Всем привет! С вами я, Спинозавр, и вы на канале Мания Игр. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и не забывайте ставить лайки. Вот в комментарии у нас почему-то не работает, но и колокольчики тогда почему-то не работают. Эх, ну ничего. Сегодня я буду снимать видео про динозавров. А они тут там дерутся. Эй, вы посторонние, потише. Хорошо. И не гулять по моей территории. Чтобы вас ни капельки не было видно. Ну, других же было видно, когда они дрались. Я знаю, но... Но если случайно, то ничего страшного. Ну вот и вот мы на нас случайно, что мы убираемся. Эй, ты белый спинозавр! Что? Я голубой спинозавр. Теперь ты мой обед. В смысле обед? Что значит в смысле? Просто мой обед. Хватит подглядывать тут. Совсем что ли? Не надо. Вставай, не надо. Значит, не надо. Ну хорошо. Нет, ты будешь мой обед. Ой, карандаш его. Нам надо было как-то не на голову кидать. Ну ничего, хорошего. Ребята, у нас драка. Уходите! Трусишка ты! Ого! Так. Раз. Ха! Я выиграл! Эй, ты спинозавр другой породы. Ты будешь моя еда. Нет, ты. Я и так уже спинозавра поймал. Ну и я спинозавр, конечно, а ты спинозавр другой породы. Ну я не знаю, как ты это называешься. Вот, я что-то такой же. Тиранозавр.
тебя еще не хватало. Ну, мы, конечно, так маленькие. Извините, ребята, но меня видно. Я здесь король, а не тираннозавр. Это как? Не тираннозавр. Ой, а ты молчи. А так? Эй, посторонние. Ну ладно. Попасть вашему тираннозавру было уже конец. Я с ним расправиться. Это как? Расправил. А вот так. Не понимаешь это слово? Мамочки! Нет! Я! Вот я Борионикс! Я с тобой, наверное, быстро расправлюсь. Нет. Это моя еда, то, что вы убили. Я буду снимать видео. Эй, ты не смеешь. Ха, ты снять не можешь. Что? Реально не смеешь. Ну, так, вы посторонние, не мешайте нам. Не мешайте. Эй, ты, Димитродон! Чего? Ко мне сейчас трицератопс ходит. И что? Ты не король, а другой тираннозавр король. Ага. Я не король. Да ну вас, теперь я здесь. Хватит посторонние. Я теперь здесь король. Мой брат, ты съел моего брата. Ну что? Вылезай. Спасибо. Ты не король у нас. Ага, не король. Абби,
Тебя тиранозавр никого. Там. Хватит, пока. Сейчас. Вот. Ты чего там болтаешь? Ты не король, а другой тиранозавр, который ты убил, король. Это я. Отстань. Король. Нет. Вот. Король. Вот он, король. Нет. Отстаньте, хватит болтать. Играйте на другой. Мы не играем, а деремся. Вот если я сейчас их побить. Сейчас начну кушать. Как это он король? Ну как? Тут точного не знаю, но надо с ним расправиться. Как он с тиранозавром? Но мы даже не знаем, как он расправился с тиранозавром. Я знаю, но как-то справился. Хорошо, попытаемся. Да, нам надо спасти нашего прежнего тиранозавра, а не этого. Ага. Так, ладно, вы разыскиваете, этого тиранозавра нашего. А мы пойдем справимся с этим тиранозавром. Угу. Где же он? Нашел. Вот он. Да. Эх, надо как бы его отсюда убрать, потому что здесь опасно. Давай отведем его ко мне. Давай. Убирайся. Вот, так-то лучше. Он у меня. Он пока вот здесь папа лежит. А мы пойдем. Я понял, что у нас не хватает. Что? Помнишь, ты ел те ягоды? Как? Я понял, если ты их опять съешь, то они, конечно, не вкусные, но если ты съешь, ты станешь сильнее. Правда? Да. Потому что я понял, ведь ты когда шел. Эй, отойди ты. Не смотрю. Нельзя смотреть. Ведь ты когда ел, тебе не понравилось. Но ты пришел динозавр, и он на тобой смеялся. И он
И он хотел тебя убить. Ну, ты его. Потому что на тебя ягоды подействовали. Вот. И ты был сильный, чтобы победил его. Ясно. Но мне не хочется эти ягоды. Вот мне от них еще хуже станет. Ну и что? Все равно. Пошли. Отстаньте, мерзилы. Ребятки. Давайте я вам съем. Нет. Про такие вы ягоды говорили? Да, отстань. Не про какие. Вот, ягоды ешь. Что вы здесь делаете? Почему вы не на моей территории? Кажется, подействовала. Эх, он слишком слабенький. Ха! Вставай! Но нам нужен кто-то покрупче. Отстань, верзила. Не попадайся. Я потом после этого видео съем. Нет, не съешь никогда. Правильно. Ну, ты не съешь. Не съешь. Да не про какие. Отстань. О чем мы про ягоды говорили? Ни о чем. Верзила. Пошли. Найдем кого-нибудь покрупче. Ну что, все хорошо с ним? Давай проверим. Верзи. Как кажется, нормально. А он дышит. Дышит. А хорошо. Здесь ему пока будет поприятней. Ты пока поохраняй, а я пока расскажу за едой. Хорошо. Ты чего ко мне пришел? Просто как тиранозавр короля, ну нашего. С ним разобрался, как какой-то тиранозавр злой. И он говорит, что теперь он король. И теперь он ничего нам не разрешает. Только с его разрешением. И поэтому я хочу тому старому нашему тиранозавру принести еду, когда он оживет. Ведь он молод. Нет, меня нельзя убивать. Зачем ты меня хотел убить? Потому что ты отличная еда. Он же большой. Ну что? Эй, нельзя моего друга обижать. Уходи! И ты, верзилка. Я не верзила. Верзила. Вы сами верзила. Нет, верзила еще это такой огромный. А мы не огромный. А я средний. И что? Так, тогда уходи, среднюха. Уходи, я умею летать. Отстань. Нам не нужно твое летение. Не мешай. Глупость у тебя какая-то. Эх, ты неаккуратный.
вытащил его. А вы зачем вы дрались? Не твое дело. Отдайте. Верзила лохматый. И не мешай посторонька. А ну отдайте. Ничего мы тебе не отдадим. Вот. Это вы для чего? Не для чего, не твое дело. Вот. Пусть он здесь побудет. Подождем, но надо его как-то вылечить. Мелкий, уходи. Вы сами мелкие, вы сами уходите. Сам уходи, ты посторонний. Но ты первый раз не попал. И что? А зачем вы ему еду приносите? Он же для вас не главный. Главный. Теперь он главный. Я знаю, но мы все равно его вылечим. Так. А вот так. У вас лекарство есть? Сделаем. А пока осторожнее его. А я другой тиранозавр. Уходи, другой тиранозавр. Со мной разбираться. Хочет, чтобы он был король. Он не станет королем. Нет, станет. Я король. Вот малютка. Ищем этого тиранозавра. Вы чего, как ко мне пришли? Я же вас просил на территорию. Мы знаем, но нам не нужны твои приказы. Да! Не нужны! Ах так! Ну, я вам задам. Вы меня еще получите. Давай, помогай, разбираемся с ним. Мне помогать? Мне помогать? Нет. А кому ты говоришь? Своему другу? Да, отстань. Я вам помогу. Отстань, верзила. Нет. Он помогает мне. Нет, я не верзила. Я же маленький. Среднюха. Не малютка. Не славы малютки. Сабин. Не мешай. Ну ты у меня еще получишь. Нет, сам получишь. Отойди от моего друга, отпусти его. Малютка, уходи. Я тебе не малютка, а ты верзила. Уходи. Он ушел. Может, за ним? Нет, не получится пока. Пойдем выращим ягоды те полезные, чтобы вылечить тиранозавра. Пошли.
Ну, значит, я ягоды полезны, а я не знаю, вы откуда это узнали? Откуда? Я вас спрашиваю. Потом, потом. Пойду в книжке прочитаю. Нашел. Это вот. Они не хорошо, значит, не пошли. Стоп. А расскажите правду. Вы реально пробовали эти ягоды сначала? Да. А то я не видел, наверное, забыл или пропустил. Привет, привет. Ну что, разобрались с ним? Пока еще нет, но мы взяли лечебные ягоды, чтобы вылечить тиранозавра. Давайте их сюда. Вот. Привет. Вот. Пусть вот так вот положили. Привет. Поставили. Привет, я же ваш друг. Вы маленький, я маленький с вами буду. Нет. Пока уходи. У нас тут процесс. Какой? Ну вот такой. Ты пока иди. Я немножко с вами пробуду. Посмотрю. Да, тогда. Да, смотри. Вот. Ребят, извините, мы просто посторонние. Что со мной было? Ты оживил? Я не помню. Тебя убили. Да, этот тиранозавр, он тебя убил и хотел стать главным, чем ты. Раз он сумел его побить, то он по-настоящему главный. Да, я знаю, но тогда ты должен убить его. Да, помоги нам. Силушки богатырские прибавь. Хорошо, я вам помогу. А это тебе еда, кушай. Да, а они принесли, я видел. Пока ты не жал. Показывайте мне дорогу. Мы дороги не знаем. Но мы туда шли, чтобы играть, и он ушел. Просто мы упали. А папа, почему вы не пускаете нас? Ну, потому что мы хотим свое видео. Я знаю, ну, я же ваш друг. И что? Ну, на друзей тоже. Ну, они тут тоже не видят друзья, но они участвуют. Вот мы дрались вот здесь, за нами пошли. Эй, я с вами. А вы куда? Вот мы дрались вот здесь. Здесь? Стойте, давайте тебя наверное. Значит, здесь дрались. Давайте я попробую его позвать. Эй, ты! Тиранозавр главный! Иди сюда, где вы дрались! Да! Мелким тиранозавром и димитродоном! Сейчас наш король тебе задает два счета победит! Что? Как он оживился? Это они! Да, но я им совсем не помогал. Мы взяли лечебные ягоды и подсунули ему в рот. Что? Эй, вы молюсь! Ну, сначала они вырастили их. Да. Ох ты! Да ты козявочка! Уходи, малютка! Малютка! Хватит двигать! Извините, пожалуйста. Не буду больше с тобой драться. Ты, оказывается, стал сильным. Потому что я еще попробовал и сильные ягоды для силы. Да. Пока. Все, ты не король. Пойду в другое место. А ты замолчи, малютка. А я сейчас А я тебе сейчас так, да. Никак, когда к вам больше не приду. Малютка. А может и пойдет, если мы с вами встретимся. Ой.
Ура! Тиранозавр, ты и правда очень сильный. Да. Я же другой. Я знаю, но ты пока не участвуешь сейчас. Вы представляете, что вы главные. Мы не представляем. Не представляете? А все время говорите там о чем-то. Мне прям это так любопытно. Что хочется с вами? И что? Ну просто смотрите. Извините, пожалуйста, мне им помогал. Тогда я был занят, а тогда я нападал на стегозавра. Вот это. Эй, ты! Что такое? Амонкыш. Позвал и прогнал. Да, что показать. Молодец, теперь ты настоящий король. Прогнал тиранозавра. Ура! Ура! Пошли играть. А я на охоту. Итак, видео закончилось. Ты спинозавр.